Так. Значит, у нас тема сегодняшней лекции – современная философия. Ну вот, что можно считать современной философией? Для этого должны быть какие-то критерии, правильно? То есть вот сегодня кажется современно, завтра покажется несовременно, дни идут, кто-то раньше родился, кто-то позже, в разное время мы живем. Поэтому, так сказать, вопрос о современной философии – это не вопрос о времени, а вопрос о том, является ли эта философия результатом предшествующего развития философии, или она является каким-то ответвлением боковым, потому что может быть какое угодно течение философии, как бывает река и бывают, так сказать, разные, так сказать, особенно в дельте. Вот когда сюда Нева вливается, в Финский залив, то оказывается, есть Малая Нева, Большая Нева, Малая Невка и так далее. Много всяких ручейков. А вот что считать, какую философию современной? Для этого надо взять те события, которые произошли в философии крупнейшей с момента ее зарождения. С момента ее зарождения сначала появилась одна логика, аристотелевская, формальная. И вот с этой логикой философия и все человечество прожило порядка, значит, нескольких веков. Так? Следовательно, для того, чтобы можно было говорить о каком-то крупном скачке в развитии философии, вот для этого должно быть такое событие, которое по своему значению выходило бы на уровень создания вот, и систематизации формальной логики. Вот такое событие произошло в связи с разработкой Гегелем системы диалектики. То, что о диалектике говорили древние, что, дескать, что вот в одну и ту же реку можно войти два раза, и в то же время два раза вы в одну и ту же реку будете входить, там и русло другое, и вода другая, значит, это уже не та река, то есть и река и та, и река не та. То есть одновременно надо принять во внимание два противоположных учреждения. Вот поскольку так обстоит дело, то вот таких высказываний и подходов было немало и, сказать, среди философов, которые вполне диалектически подходили к решению разных проблем. Но систему диалектики удалось построить только Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю. А что такое диалектическая система? Вот у нас существует в науке распространенное такое метафизическое представление о системе. Система – это элементы, структура, связи между ними, и внешняя среда, внутренняя среда. И очень подходит для того, чтобы говорить о кристаллах, там, алмаза или о кристаллах графита. Вы, наверное, знаете, что один и тот же элемент, углерод, если он вот определенным образом построить его с кристаллы, будет графит, а другим образом построить – будет очень твердый минерал. Алмазы, вот алмазные, существуют алмазные инструменты, которые могут обрабатывать самую твердую сталь. И не только сталь. Поэтому вот это такого рода схема или представление о системе, оно не является неправильным, но оно применимо к каким системам? Ну, механическим или неподвижным. Как только вы захотите посмотреть на ту же самую кристаллическую решетку в электронный микроскоп, вы увидите там, что там есть атомы, есть молекулы, есть атомы, там есть движение, и поэтому так просто уже это не получится. Поэтому, а если мы возьмем любое животное или растение, то окажется, что нельзя просто так вот взять и разбить на элементы, куски, части. Потому что элементы, куски и части есть у трупа, а у живого не получается этих кусков. Вот молодой человек сидит, я спрашиваю, где у вас кончается рука? Где начинается? А? Да. А? Ну, вот тут кончается, где пальцы, а начинается где рука? Плечо. А? Где плечо? Плечо. А что тут у вас перегородка стоит? Это чтобы кровь не проходила? Или у вас перегородка стоит на нервном
окончание, чтобы вот эти нервы не доходили из головы вот до руки, да? Есть такая граница, такая раз, и такая щелк, и там написано, тут рука, а тут уже плечо. Нету такого. Вот если вы пошевелите пальцами, откуда сигнал пошел? Ну, так из мозга, значит, где начинается этот сигнал? Значит, голова у вас прикреплена, рука прикреплена к голове. Не так? А к чему она прикреплена? Ну, если у вас из другого места сигнала, так честно и скажите. Но вы прямо сказали, тоже открыто, что у вас из головы сигнал. Так, хорошо. А у вас рука живая или муляж у вас руки правой? Да это сейчас уже и такие делают, знаете, это элементарно сейчас делать. В левом кармане держится это самое, кнопочки нажимает, а в правой рукой шевелит. У вас откуда это все идет? У вас кровь есть в этой руке? А кровь откуда у вас? Они так вот по руке циркулируют, да? Так по всему телу, значит, ну не просто по всему телу, откуда идут? Идет к вам из сердца, идет к вам свежая кровь, да? Как она называется? Артериальные. Вот артериальная идет из сердца. А в обратную сторону идет венозная кровь. Значит, кровь, ручная кровь, начинается в сердце. Ну, это вот характеристика какого? Это органическая целостность, не механическая целостность. Вот если мы с вами вдруг истлеем, и останутся скелеты, и вот скелеты поставят по углам, а меня сюда, и вот руки будут вот так вот мотаться, и голова может качаться, очень даже оригинально. Это будет механическая целостность. А пока мы еще не скелеты, не надо нас скелетами изображать. Мы еще поживем с вами. Посмотрим еще, кто дольше проживет. Я уже долго прожил. А вот у вас сейчас тяжелая жизнь, черт его знает, что будет. Так что вы старайтесь, берегите себя, одним словом. Вот, и сердце берегите, и голову берегите, потому что без головы не будет рука двигаться. Правильно? Как сделать неподвижной руку? Вот что-то здесь может быть повреждено, и все, рука будет неподвижна, будет висеть как плеть. А если в руку не будет поступать кровь, вот что-то здесь будет, знаете, как бывает, тромб. Все? Да еще даже не только рука, а как бы это ни кончилось хуже. Потому что если тромб в руке, поскольку рука-то в обратную сторону тоже соединена со всем организмом, и вы не можете отдельно брать процессы в руке, не беря процессы во всем человеческом теле. Вот поэтому надо сразу с самого начала покинуть это представление о механических таких системах. А наша система для высоких, там, для общества, для человека, для животных, для растений – органическая, правильно? Вы можете, конечно, отрубить голову вот траве, вот этой, которая сейчас. А эта трава и так без головы. Вы видите, ни ромашек нету, ни васильков, ни уже даже этих клевера нет, белого, кашек, потому что их все время выкашивают. Я не знаю, с какой целью. Ну, чтобы, наверное, не образовывалось удобрение, или чтобы не поднималось тут ничего, и чтобы не было бабочек, чтобы не было жуков, чтобы не было живности никакой. А если нечего тут клевать, то нет уже и синичек в городе. Они уменьшаются или убираются, такая история происходит. Ну, а если вы пойдете в обычный лес, там, где никто не выкашивает, там что есть? Ромашки есть? Есть. Цветы, разнотравья цветут. Самые разнообразные. И такие, и такие, и такие. Это же изумительная красота. Ну, вот чтобы не было этой красоты, было как в Европе. Газон. А как газон переводится с французского? Газон. Как? Трава. Больше никак не переводится. Трава и трава. То есть, ну какая трава? Трава, которая размножается только вегетативным образом. И вот у меня, скажем, во дворе стоят такие вот такой толщины дубы. Они посажены, я думаю, не в 20 веке, а в 19-м. Теми людьми, которые думали о том, что здесь будет расти. И вот каждый и рядом еще растет серебристый тополь, вот такой толщины. И, соответственно, он разбрасывает очень много семян из корня, из корней, везде маленькие-маленькие тополя. Потом вдруг приходят косцы. Ну, какие современные косцы? С намордниками и с машинками. Раз! И все. И все росточки дубов, они уже вот такие. И этих самых тополей, они уже вот такие. Все срезают.
Ну и куда бы это шло, допустим, ну, хотя бы в перегной и в удобрение для этих же самых деревьев. Нет, это все выбрасывается. И поэтому всем дубам отрубают голову. То есть более сложные растения, они так не могут размножаться. И мы, кстати, не можем так размножаться, если, так сказать, ну, бывает человек без руки, но еще без головы еще никого не видели. Могут даже с голову заменить, но работают над этим. Есть уже и товарищ, который сказал, что мне при таком бездвижном теле, мне такое тело не нужно, я готов пойти на эксперимент с риском для жизни. И сразу нашелся иностранный профессор, который взялся это делать за деньги, которые кто-нибудь третий даст. Ну, пока это еще задачу не решили. Но, во всяком случае, сердце пересаживают запросто сейчас. Нет проблем. У вас плохо с сердцем? Давайте на операционный стол. Нет проблем. У нас столько людей катается на мотоциклах, что молодое, здоровое сердце вам запросто пересадим. Существует даже анекдот, как директор кладбища встречается с директором магазина по продаже мотоциклов. И директор кладбища спрашивает, а сколько ты в этом месяце продал? Тот говорит, 29. А директор кладбища спрашивает, да, 29. Ну, значит, один где-то еще. Нет, то есть продал, 30 он продал, простите. 30 продал директор магазина. А директор кладбища говорит, да, у меня записано 29. Один где-то еще катается. Значит, вот понимание системы в диалектике совсем другое. Система. Система научная – это что такое? Она представляет собой некое движение логическое, у которого есть начало и результат. Начало – это что? Знаете? А? Да, вот уж очевидно, человек был на лекции в прошлый раз. Не развитый результат, а результат. Развернутое начало. Когда вам удается так построить научную систему, тогда да, тогда у вас есть научная система, и в ней движение идет через разрешение противоречий. Правильно? Не просто идет вот так механическим путем или по ступеньку поднимаемся, как будто у нас длинная-длинная ступенька, и мы все выше, выше, и она там может закручиваться, поднимаемся. Нет, у нас идут на каждой стадии свои противоречия, они разрешаются и переходят в более сложные. И вот такой переход от одних противоречий к другим противоречиям и есть развитие этой самой системы. Все живое, все существует через и развивается через противоречия. И не только живое. Даже если вы берете движущийся, например, автомобиль, если он движется, значит, он находится в этой точке и не находится одновременно. Потому что если он в ней только находится, он, значит, тут вот так вот здорово затормозил. Что он остановился, и все. А если не находится, то он в этой точке вообще не был, поэтому он ее не проехал. Поэтому единственное понимание механического движения правильное – это понимание его как такого движения, при котором одновременно предмет находится и не находится в этой точке. Единственное понимание живого, потому что живое, ну, сам в современном понимании, это же живое, живые организмы – это способ, жизненный способ существования белковых тел, они находятся в постоянном обмене веществ с внешней средой, да? И этот обмен с внешней средой регулируется самим организмом. Не внешняя среда регулирует, а организм регулирует. Поэтому все живое содержит все противоречия. Оно ведет борьбу с тем, что его разрушает. Вот вы углекислый газ выдыхаете, а кислород выдыхаете. Ну, конечно, в чистом виде не получается. Получается, что с кислородом попадает еще и азот, и попадает еще углекислый газ. И вот космонавты по-разному строят свою работу. Американские космонавты, они дышат кислородом. В случае пожара в кислороде, как вы знаете, горит все. И металл, и железо горит. Поэтому вот там были случаи, когда сгорело сразу 7 космонавтов американских. У нас атмосфера на космической станции такая же, как воздух, то есть азот и кислород. Но раз вы выдыхаете углекислый газ, он тоже поступает в эту атмосферу. Поэтому при вдохе вы получаете еще и углекислый газ. Но он, так сказать, все равно при выдохе преимущественно выходит углекислый газ с азотом, а при вдохе кислород с азотом вдыхается.
все живое имеет систему, и такая ту систему, которая из внешнего мира получает то, что необходимо для продолжения жизни, и, с другой стороны, систему выделения, освобождения от ненужных шлаков и так далее. Неважно, какие вы берете организмы, очень сложные, простые, простейшие и так далее. Так вот, такая система, научная система диалектики, как новой логики, логики диалектической, возникла только благодаря вот труду Гегеля «Наука логики». И это произошло в 1812 году, когда Георг Вильгельм Фридрих был директором Нюрнбергской гимназии. Некоторые думают, что все научные, великие научные труды, они пишутся докторами наук, профессорами. Ну, могу с прискорбием сообщить, что это не всегда бывает, а бывает даже наоборот. Потому что, скажем, Маркс, конечно, написал докторскую диссертацию, но в немецком духе, в немецких традициях докторская – это наша кандидатская у них. О сравнении диалектики Демокрита и Эпикура, философии Демокрита и Эпикура. Энгельс – никакой, так сказать, не кандидат наук и не доктор, но очень крупный ученый, и вместе с Марксом и Энгельсом создал и диалектический материализм, и исторический материализм. Ленин, вот он закончил наш университет. А как он его закончил? Как сейчас, вот никто не может закончить. Он приехал в университет и экстерном сдал экзамен за юридический факультет. Деньги, наверное, тогда не брали такие, как сейчас. Экстерном. Приехал, то сдал все экзамены на пятерке и уехал. И занялся сначала деятельностью юридической, помощник присяжного поверенного, а потом всякой другой вам известной. А Гегель был вот директор гимназии и написал этот труд. Потом он стал профессором Берлинского университета и уже написал малую логику, как бы учебник для вузов. А чем он отличается от большой логики? Ну, чем отличается вот маленький учебник от серьезного труда? Тем, что там какие-то связи в этой системе, которая позволяет понять, как одно из другого развивается, они исчезли. Ну, потому что нельзя объять необъятного, и, так сказать, в малом объеме их не раскроешь. Поэтому, если вот рекомендовать изучать диалектику, конечно, по большой логике. Хотя она и толще, ну, значит, вам подробнее просто объясняю. А из-за того, что вы получаете более краткие изложения, от этого вот сложность только увеличивается. Что характеризует эту систему? Эту систему характеризует триадичность изложения. Тезис, синтезис, антитезис. Тезис, антитезис, синтезис. Сначала отрицание, потом отрицание этого отрицания. И вот тем самым возвращение к началу. То есть вот если я на вас гляжу, смотрю, я вот на вас гляжу, это первое впечатление, но потом я это отрицаю, первое впечатление, хочу углубиться в ваш внутренний мир. Я вот у вас спрашивал, допрашивал, опрашивал, выяснил, что вы там знаете, понимаете. И вас тоже спрашивал, да? И тем самым я проник дальше, чем вот эта видимость, чем внешняя поверхность бытия. А потом я снова возвращаюсь к этой внешней поверхности, но с сознанием того, а что есть внутри, правильно? Что, так сказать, за душой, что в сущности. Соответственно, построена и система науки логики Гегеля, учения. Сначала идет объективная логика, потом идет субъективная логика. Объективная логика – это учение о бытии и учение о сущности. То есть вы изучаете бытие, проникаете в сущность, а потом через сущность вы снова выходите к бытию. И вот это бытие является вторым отрицанием. Это снова возвращение к бытию, но к такому, через которое просвечивает сущность. Через которое просвечивает сущность. Ну вот хочу привести вам пример такого понятия, чтобы было видно, что вот как через бытие просвечивает сущность. Ну вот есть такое понятие собственности. Что такое собственность, вы знаете, да?
Будем считать, что вы знаете. Хотя я когда начинаю спрашивать, выясняется, что не знаю. Кто-нибудь может сказать, что такое собственность? У вас собственность есть? Никто не говорит, есть, потому что, а черт его знает, может, это что-нибудь плохое. Скажешь, что есть, а потом оштрафуют. Что такое собственность? Ну, это вот молчание я приветствую, потому что мы, конечно, должны с вами задуматься на тему, а что такое собственность по понятию, чтобы не получилось, что мы говорим о том, что совсем не так называется. Правильно? Вот у вас тетрадка есть. Это собственность ваша? Это собственность или объект собственности? Это собственность, собственность ваша или объект собственности? Объект. А есть субъект? А кто субъект? Ну, вы субъект. Чего вы говорите? Говорите, я. Вы же субъект собственности. Есть субъект, есть объект. Это и ваша тетрадка. Вот если сейчас я ее у вас возьму, а ваши отношения с тетрадкой такие, что вы позовете, и она прибежит, да? Как собачка, если была бы ваша, вы бы ее воспитали, потом ей тузик, 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 раз, к вам. Давайте мне вашу тетрадку, мы проверим, побежит она к вам или нет. Ну, это ваша, да, тетрадка? Ваша собственность. Ну, давайте. Как сделать, чтобы она к вам пришла? Ну, командуй. Никак. Ну, вот. Значит, видимо, это не все. То есть, кажется, что на поверхности кажется, бытие, что это вот вы субъект собственности, вот объект собственности. И кажется, что это ваше отношение к этому. Но у меня тоже есть отношение к этому. У вас отношение, у меня отношение. Значит, тут уже два отношения. И вот сколько тут народу? Вам тетрадка хорошая нужна? Вот. Видите, еще один включился. Так у нас народу тут сколько. Как вы докажете, что это именно ваше? То, что вы субъект, мы не спорим. То, что это какой-то объект собственности, мы не спорим. А как вы собираетесь... То есть у вас есть какое-то отношение вот личное именно к этому предмету, из которого вытекает, что она вот, вот будет ваша? Потому что есть еще другие понятия, кроме собственности, например, владение. Кто сейчас владелец тетрадки? Я. А почему? По определению, владение – это фактическое господство над вещью. Вот у нас был такой математик, Игорь... Нет, как же... Иосиф Григорьевич Рутман, он когда видел, кто-нибудь списывает, берет вот такую общую тетрадь и раз ее разрывал. Я так не могу. Я даже такую толщину не разорву. А он это выбрал. То есть сейчас кто владелец? Я. Вот там видите окно открыто, так и раз туда. И что? Кто мне помешает? Никто. Я фактически господствую. А есть еще в понятии собственности такие другие подпонятия, как использование. Кто пользовался этой тетрадкой? Пользовался – это писать. Вы писали. Вы пользователь. Да, вы пользователь, я согласен. Я владелец. Сейчас раз и выброшу. А еще есть распоряжение. По идее, вы распоряжаться должны. Ну, вы должны, а я фактически господствую. Давайте проголосуем. Значит, условия такие. Скоро у нас будет с вами экзамен. Я экзаменатор. Кто за то, что считать эту тетрадку мою? Видите, как народ начинает голосовать. А вы против? Ну, вот, ну, у вас будет 3. Видите, а мы поговорили, и оказалось, что это моя. А вы никак не можете ее позвать. В чем, значит, суть этой собственности, которая сразу в глаза не бросается? Суть этой собственности в отношении к другим людям, а не в вашем отношении к другим людям. Если другие, вот он, они признают, что это ваше, то это ваше. А если они не признают, и все скажут, что мое, а вы начнете доказывать, сейчас пойдете к директору института, сказать: Михаил Васильевич снял у меня тетрадку. Он придет, обеспокоен и скажет: что, это чья эта тетрадка? Ну, вы скажете: Михаила Васильевича, и все. В чем дело? А разве не так было? Вот как вы себе представляете освоение Америки? Приехали колонисты, чистое поле, прерии, да? Ловите мустангов, если вы поймали, ваш мустанг. А вот вы поймали, он забрал и поскакал. Все забирает. А вы достаете кольт и раз, и опять ваш мустанг. То есть как-то вы вступаете в определенные общественные отношения по поводу завладения этим объектом? Вступаете. Вы огородили себе участок, большой там, 3 гектара. А он взял, зашел, опять вы достаете, пух. И постепенно начинает считать эту землю чьей? Вашей. Так суть дела в отношениях вашей к земле, вы можете копаться сколько угодно в этой земле, потом вас выгонят с этой земли и заберут все. Как бывает. А на самом деле суть отношения в отношениях
между людьми в связи с присвоением вот этого объекта. Я вам отдаю ее, и, потому что сейчас буду формулировать определение, а вы используете эту тетрадку. Я вам на время даю, как свою собственность, чтобы вы записали. Мне тоже важно видеть, что записывать. Собственность есть отношение субъекта. Собственность есть отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Собственность есть отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Собственность есть отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. И вот смотрите, на поверхности кажется, что это отношение, вот как вы и предполагали, что вот есть вы и есть ваш объект собственности. Это ваше отношение. И это правильно. Есть такое ваше отношение. Но это отношение опосредственно вашим отношениями с другими людьми. Соль собственности вот в последней фразе – как к своим. Вот если вы относитесь как к своей, а все остальные относятся к ней, к этой тетрадке, как к чужой, тогда да, тогда это ваша собственность. Если все будут относиться к ней как к своей, у вас и заберут эту тетрадку. Не я, так другие найдутся. На выходе у вас отнимут. Потому что суть собственности не в объекте и не в отношении субъекта к объекту. Потому что то, что вы там чем-то пользуетесь, ну и пользуетесь, а суть собственности в отношении людей между собой. И отношение состоит в том, что вот все остальные люди признали это в разной форме, может быть, признание. Например, у вас чеки есть на эту тетрадку. Я сомневаюсь, чтобы вы хранили чеки из канцелярского магазина на тетрадке. Если что, вот такой посягает, как я, а вы раз, а я купила. То есть вы свое отношение общественное зафиксировали. Ну, не будешь же на каждую бумажку, на каждую ерунду, на ручку вот на этих, которых пачками они вылетают в производстве, на каждую держать какой-то документ. Тут без всякого документа признается, что вот ручка – это ваша. Хотя вот доказать мне, что это мой пиджак, будет очень трудно. А вот некоторые скажут, вон, видите, у меня там двое еще человек сидят. Вот мы втроем подошли к одному здоровому такому студенту и говорим, слушай, зачем тебе такой пиджак? Ну, как-то ты, как молодой, и так хорошо еще выглядит, лучше будет. Отдай Михаилу Васильевичу. Он говорит, да я всегда с удовольствием, потому что мы трое подошли. Если бы я один подошел, он сказал, чего? А тут нас трое. Совсем другой разговор. Так и бывает. Думаете, это только вот с некоторыми бывает? Вот Ленин ехал однажды, будучи председателем совнаркома, остановили его бандиты. Говорит, отдавайте кошелек. Ну, он, конечно, не стал распространяться, что он председатель совнаркома всея Руси. И потом написал маленькую заметку о том, что, ну, что, компромисс. Ну, жизнь сохранили, спасибо бандитам, как говорится, за то, что они ограничились кошельком, а могли бы и дальше пойти. На него были нападения политические, там, с Фанни Каплан. Стреляли по нему, а тут не стреляли. Говорит, отдай пиджак. Вы уже кому-то отдали, я понял. Уже отдали. Может, я и ваш пиджак надел? Нет? То есть, посмотрите вот на это определение еще раз. Оно две части имеет. Первое изображает такое бытие, отношение человека к вещи. А на самом деле никакого тут отношения нет. Вот когда вы ей пользуетесь, тогда да. А вот собственность отношения объекта к объекту как к своему, и в слове как к своему содержится отношение с другими людьми. Вы, как собственник, можете распоряжаться, взять, допустим, мне сказать, на, Михаил Васильевич, вот возьмите, и можете снова махать моей тетрадкой, поскольку я собственница, да? Но только потом вот помахали, отдайте мне, чтобы не мешайте мне записывать. Вот это разговор собственника. Это касается и других определений, таких глубоких. Например, некоторые думают, что они знают, что такое производство. А когда начинаешь спрашивать, что такое производство, уже не знают. Можем провести научный эксперимент. Вот вы знаете, что такое производство? Скажите. То, что слово вы такое слышали, это выпуск какой-либо продукции разными методами. Выпуск. То есть представьте себе, вот я вахтер на воротах стою завода и выпускаю. Вот, открываю ворота и закрываю. Это выпуск продукции. Я выпускаю же.
Это у вас производство, а я думал, что я просто выполняю функцию охранника. Выпустили ли продукцию? Вы подменяете вопрос о производстве с вопросом о выпуске. И производство более точное, уж слово, если говорить, это более точное слово, чем просто выпустить. Я птичку выпустил, она вылетела. Где тут производство? Я птичку выпустил, а потом вы продукцию выпустили. А если продукция у вас самолеты, они все время с аэродрома выпускаются. Вертолеты выпускаются, запускаются. Тогда создание. А? Создание. Что это? Создание. Создание, хорошо, создание. А труд что такое, а не создание? Вы вам не путаете труд и производство? Это разные категории. Труд производит. А вы что такое труд знаете? Это целенаправленная работа. Труд – это работа. А работа в физике надо узнать, что такое. Это силу на путь? Работа в смысле действия людей. Действия людей, которые приводят к созданию продукта. Это труд, да? А вот производство отличается от труда? Нет, не отличается. Ну, хорошо. Вот сейчас труд идет на полях нашей необъятной Родины, под снегом сейчас. У нас поля. Идет труд? Ну, по снегу никто же не работает. А? Да нет. Не идет. А производство идет? Да. Да. Ну, вот видите, сами сказали, труд не идет, а производство идет. То есть можно, хотя и говорят, что без труда не вытащишь рыбки из пруда. Рыбки не вытащишь, а производство может идти. Какое производство идет сейчас на полях нашей Родины? Роботизированное. Яровых, дорогой товарищ. Что вы говорите? Это яровые. Вы, наверное, спутались с депутатом Госдумы. Есть у нас там яровая. Она все время работает. А вообще-то яровые когда сеют? Ну, идет скорее. А? Ну, когда сеют яровые культуры? Не труд, а какой-то биологический, экологический процесс. Ну, труд не идет, другими словами. Нет, там, по снегу. Не идет. А какой пойдет процесс биологический? Что-то процесс секретный, что ли? А? Прорастание. Растет? Растут? Ну, только это какие культуры-то? Яровые или озимые? Вообще все. А? Вообще все. Ну, как же все? Вот вы не знаете различия. Далеки вы от народа, от крестьян, по крайней мере. Вы, наверное, родились не в деревне, да? Ну, на полях растут только озимые. На полях растут только озимые. Совершенно верно. Озимые когда сеют? Примерно в каком месяце? В августе-сентябре. В октябре. В сентябре-октябре. А в октябре они уже вот так вырастут, вот такие. Потом их укроет снег, и они продолжают расти зимой. Укрепляется корневая система, они закаляются. Потом пригревает солнышко. До яровых далеко, потому что, чтобы посеять яровые, то есть весной посеять зерно, что нужно? Надо, чтобы техника вышла на поля. А техника не может выйти на поля как раз в такое хорошее время, когда очень много влаги. А зимы уже получают влагу, пошли в рост. А мы с яровыми сидим и ждем, когда трактор не завязнет, когда он уже, когда уже воды становится меньше, тогда выезжают трактора с сеялками и сеют яровые. И поэтому урожайность яровых намного меньше, чем озимых культур. Одна и та же пшеница, только одна яровая, другая озимая, когда какую посеяли, она дает разный урожай. То есть вы, что мы выяснили для нашей темы, что производство идет зимой, а труд не идет. Это не единственный случай. Вот вы знаете, как вино изготавливают? Берут виноград. Из винограда делают сусло. То есть давят этот виноград, и вот эта жидкость, которая получается, сусло. Из этого, из него делают либо сок, либо вино. Перебродит, заливают в бочки дубовые. И куда закладывают? Подвал. О. И там оно... И чем дольше там выдерживается в этих бочках, чем более выдержано вино, тем дороже оно стоит. Я объясняю это тем, что вот столько мужиков сидит и ждет, когда же откроют эту бочку. И если выдержка 11 лет, в нем такая сила, что столько времени его, на него смотрели и не выпили. Можете себе представить, какая должна быть высокая цена? И она и цена, и высокая, и на выдержанное вино. И вот пока оно там стоит в подвале, труд идет. Нет. А производство идет? Вина. Да, еще что-то производство. О, производство идет. Значит, вот производство – это более такое широкое и глубокое понятие, чем труд.
То есть без труда не вытащишь рыбку из пруда, но вот какое-то создание материальных благ, а в нем участвуют, между прочим, и силы природы. Участвует, солнце участвует в производстве сельхозпродукции. Или, скажем, если у вас есть куры, и куры несутся, наверное, куры тоже участвуют в производстве яиц, не только люди. Люди и так яйца не производят, куры производят яйца. Выпускают, как вы говорите. Вот. А люди собирают уже то, что куры производят. Ну, надо этих птенцов выращивать, для этого надо иметь соответствующую аппаратуру для того, чтобы можно было цыплят выращивать из яиц, да, и так далее. Значит, производство, я дам вам определение точное, которое Маркс дал. Производство есть процесс присвоения предметов природы. Присвоение, это опять как отношение как к своим. Процесс присвоения предметов природы. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. В рамках определенной формы общества и посредством нее. Процесс. Да. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот когда речь идет об определениях, здесь надо так подходить к этому делу так, чтобы все слова в этом определении были понятны, правда? И имели точный смысл. Поэтому начинаем разбирать эти слова. В производстве есть процесс. Все знают, что такое процесс? Кто-нибудь скажите, что такое процесс? Вот вы можете сказать, что такое процесс? Вот сейчас вы процесс смеха совершаете. А что это такое? Процесс что такое? Ну, вот направленные... направленные вот, повторяющиеся вот, действия вот, чего-то. Вот кого-то бьют, если да, это процесс бития. Направленные, повторяющиеся. Ну а что такое процесс, так и непонятно, что это за процесс. Почему процесс называть? Процессы разные бывают. Вот процесс движения, процесс развития, процесс вызревания. Процесс уборки, процесс ремонта, да? Что такое процесс? Это общее понятие. Что такое процесс? Все то, что происходит. Все то, что происходит. Даже страшно становится. Если кого-то зарезали, это процесс. Убили процесс. Идет процесс над преступниками, убийцами. Процесс. Процесс. Так а что такое процесс? Все, что происходит, вроде вы объяснили, это все и есть процесс, только ничего кроме процессов и нет. Вы процесс, я тоже происхожу, она происходит, все процессы мы. Нет между нами различий. Все мы процессы, только разные. А процессор – это у вас сердце, наверное, или голова. Вот здесь у вас процессор? Нет. Вы процесс, а вот процессор. Значит, запишите, что процесс – это изменение во времени. И не надо запугивать народ такими страстями. Изменение во времени. Процесс присвоения предметов природы – в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот у нас уже процесс присвоения был, поэтому я не могу повторять этот процесс на одном и том же человеке. Отдайте мне, пожалуйста, авторучечку свою. Вот, спасибо. Я не сказал, что на время. Вы заметили, да? Он мне отдал. Не готов был к такому грабежу. А у него там этих авторучек море, я так понял. Процесс присвоения. А можете вы объяснить, что это такое? Вот я взял, идет процесс присвоения, это что значит? Как это словами объяснить? То есть отдать можете, а объяснить не можете. Вот у таких выбирают все время. Давайте, говорит, еще авторучку, пока вы не можете объяснить. Так пока все не заберу. Вот у вас еще и планшет есть. Давайте и планшет. Планшет не хочет отдавать. Он хотел откупиться авторучкой, смотри. Ну вот.
Нет, чтобы широкий шест сделать. А вот я, говорит, у нас тут профессора, я их снабжаю планшетами. Круто, да? Хорошо. Так вот, присвоение, дорогие товарищи, это превращение в свою жизнедеятельность. Вот он писал, теперь я буду писать. Видите, я вот так вот, так-так-так кручу. Это моя же жизнедеятельность, не его. Я превратил вот этот вот объект в процесс своей жизнедеятельности. Хотите, тельняшку вашу превращу в процесс жизнедеятельности? А вы походите, вы молодой, красивый, зачем вам тельняшка? Не хотите? Ну ладно, как хотите. С вами не договоришься. Спасибо большое вам за помощь. То есть, вот представьте себе, заходите вы в универсам, а там булка открыта. Вы откусываете, идете и мимо проходите. Это что? Происходит какой процесс? Процесс присвоения. Некоторые раньше бы вас схватили, после того, как одну бабушку за 200 грамм масла умертвили. После этого боятся кого-то и тронуть, а тем более студентов. Студент, видели, если вас будут спрашивать, вы что делаете? А у нас, говорит, стипендия 1480 рублей. Пошел с булкой дальше. Спокойно. Никто вас не остановит. Нам такую стипендию выдали, чтобы нам все помогали. Вот и вы нам, мне помогаете, и пошел себе на выход. Превращение он уже в это время есть, а когда он ее съест, это уже будет не присвоение, а усвоение. Видите разницу? Усвоение – это уже не объект философии, это объект науки о пищеварении. А у нас присвоение. То есть я могу при этом вовсе не обязательно жевать, я могу положить в карман. Да, ручку я могу вот сразу раз сюда прикрепил. Говорю, вот мне студент ручку подарил. За что? За то, что я ему объяснил, что такое присвоение. Я вот с помощью этой ручки объяснил. Говорит, нате, вот вам за эту ручку. Как бы премия. Вот видите, у меня университетская премия есть. У других нет. Уже хорошо. Так. Процесс присвоения чего? Предметов природы. Вот обратите внимание. Процесс присвоения предметов природы. Производства. Нам может показаться, что вот есть вот из железа что-то делают. Где тут предметы природы? А железо – это не предмет природы. Сталь, чугун, пластмасса – это предметы природы или нет? Нет. Нет? А что это? Это что, наша часть человека, что ли? Результат производства. А? Результат производства. Результат производства? А вот вы сидите, это не предмет природы, стул. Он что, не предмет? Он не из природных материалов сделан? Что, он сам свалился без всего, без того, чтобы... Это же человек взял природу, переделал ее и получил стул, и вы на нем сидите. И что, теперь это не предмет природы? Как правильно назвать? А все кругом природа, потолок. Это что он сделал? Не из природных материалов? Ну, все равно, ну, производит. Ну, производит. Ну, так правильно надо назвать. Сказать вам, как это назвать? Называется очень просто. Очеловеченные предметы природы. Очеловеченные. Ну, уже человек к ним прикоснулся, он преобразовал природу. И вот эта преобразованная природа у нас и окружает. То есть есть природа дикая, девственная, да? Вы приходите в девственную тайгу, потом проходите, а там ресторан. Это говорит, что не такая у нас и дикая. Скажем, если вы приедете в Тархов, вы 4 километра пешком пойдете в лес, и там круглая площадь, и на ней ресторан «Шалаш». Потому что рядом был шалаш, в котором Ленин писал книгу «Государство и революция». Не дикая там природа, а преобразованная. Ну и тут мы тоже видим, что тут у нас вот... У нас же есть ботанический сад. Вы были в ботаническом саду университета нашего? Ну, это же тоже природа. Ну какая? Тоже очеловеченная. Там же люди ухаживают. Там даже есть оранжереи, в которой огромные пальмы. Меня даже пустили в прошлом году посмотреть на них. Не более того. Так, сюда зашел. Меня как коллегу вроде как пустили биологи. Хорошие пальмы, красивые. Но это все человечная природа. Пальмы здесь ведь не растут. Это надо было здесь вырастить пальму, чтобы она такая была громадина. Процесс присвоения предметов природы, то есть любые предметы природы, хоть дикая природа, хоть очеловеченная, хоть первый передел, хоть второй передел, хоть третий передел. Если вы уголь будете доставать, будет уголь. А если уголь будете нагревать, будет что? Без доступа воздуха. Будет кокс. А кокс уже имеет температуру такую, что когда загорается кокс, то плавится сталь, плавится чугун.
А если вы будете уголь просто жечь, ну, будет у вас тепло. А ничего не расплавится. А вот когда вы уже сделаете кокс, то совсем другое дело. Так, процесс присвоения предметов природы. Конец на этом? Нет. В рамках определенной формы общества. Какие мы знаем формы общества? Много их? Доселе известно, сколько форм. Перечисляю. Первобытная община и коммунизм. Общественная собственность. Потом три способа, три формы общества частнособственнических. Рабовладение, феодализм, капитализм и отрицание, отрицание, возвращение коммунизма, но обогащенному всеми достижениями, полученными в лоне эксплуататорских формаций. Да, коммунизм. И все. Пять форм. А просто производства не бывает вообще. То есть это просто абстракция от всех. Что-то есть какие-то общие моменты производства. Но у каждого производства есть своя специфика. Скажем, товарным производством в целом можно назвать только одно производство. Какое? Капиталистическое. Здесь все товары. Причем самое краткое определение капитализма такое. Капитализм – это всеобщее товарное хозяйство. Вот когда все товар. Причем и самое главное в этом всем – это рабочая сила. Рабочая сила – товар при капитализме? Товар. Вы ее продаете. Как называется цена рабочей силы? Вот, молодец. Четко и ясно. Зарплата. Вот теперь, раз вы понимаете, что это цена рабочей силы, и вот вы приходите, я вот капиталист, а вы у меня рабочий. Вы говорите, Михаил Васильевич, когда у меня будет повышена зарплата? Ну, скажите так. Когда у меня будет повышена зарплата? А вас как зовут? Когда моя стоимость вырастет. Нет, вас как зовут? Даниил. Даниил, ну, сам подумай. Вот подумай. Ты продавец. Ты продаешь свою рабочую силу. Я покупатель. Даниил, где ты видел таких сумасшедших покупателей, которые повышают цены на то, что покупают? Вы их где-нибудь видели? И думаете, я сумасшедший? Нет. Ну, чего тогда с этим пришли? Кто продавец? Ты продавец? Ну, в чем проблема? Надо самому повысить свою цену. Ну, один, в одиночку ты не повысишь. Думай дальше. Создать профсоюз. Вот, создать профсоюз, создать монополию продавцов. Потому что мы-то давно монополизировали все. Вы к нам придете, а я с Ивановым договорился и с Петровым, что если будет приходить Даниил и будет спрашивать, какая тут зарплата у вас, скажите ему на 10 тысяч меньше, чтобы он за ней бегал туда-сюда. А если они не будут это соблюдать, вот, возможно, что с ними будет плохо. С вами-то я не буду воевать, я с ними буду воевать, чтобы они держали общую планку, чтобы дороже не получалось. А так вот представьте, я сейчас пойду, наслушавшись, что покупатель сам себе повышает цену. Сейчас приду вот в столовую и скажу, у вас почем пирожок? Они говорят, 40 рублей, за 70 беру. На меня посмотрят, как на идиота. Скажут, точно философ. А я скажу, у вас кофе есть? Есть. Сколько? Они говорят, 60. За 160 беру. Ну, точно, говорит, я думал, чем мы это вот красили наш этот весь желтый цвет? Это здание. Это из-за философов. Потому что, ну, кто еще до этого додумается? Думаете, это понимают люди? Это вот мы сейчас с вами начинаем разбираться с диалектической точки зрения. Категории берем. Если зарплата – это стоимость рабочей силы, цена рабочей силы, вернее, она колеблется вокруг стоимости, то, естественно, никто не из тех, кто покупает, ну, за редчайшим случаем. Мне нужно вот вас сохранить, во что бы то ни стало. Вот вы уникальный специалист оказались у меня, и один. Вот всех, кого не беру, всех хуже. Думаю, а возьмет он и уйдет на другой завод. Я могу вам и повысить. В порядке исключения. Правильно? Только в порядке исключения. И с учетом вот этих соображений. А так даже, когда спрашивают, когда нам повысят, какой ответ на этот вопрос? Никогда. Вот это совершенно правильный вопрос. Поэтому во всем мире повышает зарплату кто себе? Профсоюзы. Рабочие с помощью профсоюзов. Вот сейчас, именно в это время, проходит забастовка в Германии, в Берлинском аэропорту, которые требуют работники, значит, аэродромного хозяйства повышения всей зарплаты. Но они требуют, а работодатели хотят увидеть, что будет. А что будет? Уже остановились, так сказать, многие полеты. Значит, многие рейсы отменены,
и так далее. Ну и кто кого тут получается? Это же борьба, как профсоюзная борьба в формах классовой борьбы. У нас забастовки в России разрешены или запрещены? Разрешены. А? Разрешены. И в Конституции, в 37-й статье записано, пожалуйста, право на забастовки. В Трудовом кодексе записано право на коллективные трудовые споры? Записано. А если вы не добились себе высокой зарплаты, ну, это ваше дело. Но если вы не можете даже профсоюз собрать, ну, о чем вы говорите? А с одиночками? Разве с одиночкой, одиночкой вы выиграете? Я найду, за что вас уволить тогда. Но если вы все вместе, ну, а что я могу сделать? Так, вот мы с вами затронули какие моменты производства. И эта категория очень важная. Но мы углубились... Не просто взяли поверхность, что это просто создание чего-то или выпуск. Вот вы же так сначала сказали. А мы же с вами поговорили, и вы уже совсем другие глубокие вещи говорите. Что это процесс, который, может быть, даже временно не связан с трудом, или значительное время с трудом не связан, хотя в это время решаются вопросы там, будущего посева или уборки, заключаются договора. Это общественный же процесс. Посредством определенной формы общества. В рамках определенной формы общества и посредством нее. И все вот такие понятия диалектические, они вот такой носят характер двойной. Что же, собственно говоря, произошло, следовательно, в философии вот на этом рубеже, когда появилась диалектическая логика? А произошло то, что по-прежнему философия существовать так не могла. То есть кончилась старая классическая философия, когда каждый философ что-то писал. Лейбниц писал, что есть монады, каждый как бы атом, но с головами. Но не в буквальном смысле, что там голова у них есть, а они думающие с сознанием, то есть как бы микрокосм. Вот они так. Все из таких монад состоит. Был Спиноза, который сказал, не стал там решать, что первично, что вторично, что или Бог, или материя. А вот и Бог, и природа – это одно и то же. Это называется пантеизм. Все. И вы – Бог, вы же и природа. И я – Бог, и я же… Вот все есть. Один Бог, единая природа. Молитесь также на природу, как раньше, только на, по отдельности, на ветер. Значит, надеялись на солнышко, на гром. А вот теперь надейтесь на природу в целом. Вот она природа, она же и Бог. Короче говоря, время таких вот отдельных разных выступлений по разным вопросам закончилось, появилась единая картина мира у Гегеля. Есть идея, идея доразвилась до материи, материя доразвилась до человека, то есть до материи, обладающей сознанием, отобразила материю, тем самым отобразила идею. И идея пришла сама к себе. То есть законченная система. Начало есть неразвитый результат, а результат есть развернутое начало. Что дальше? А дальше выступил, так сказать, такую картину красивую, нарушил Фейербах. Он издал книгу «Сущность христианства» и показал, что то, что считают Богом, то, что, так сказать, к чему поклоняются, это есть отражение нашей земной жизни. То есть сущность Бога и сущность всех наших религиозных верований надо искать на земле. И в этой самой земной семье вы найдете эту святую семью. То есть есть не, все, сказать, есть только материя, а человек ее отражает в своем сознании. И все. И это было революционное выступление, но бывают революции, как говорится, великие, бывают очень важные, но вот эта революция оказалась частичная, но она вырвала из плена гегелевской философии идеалистической двух человек – Маркса и Энгельса. Маркс и Энгельс, вы, наверное, знаете, что они не раз высказывались, что они перевернули гегелевскую диалектику с головы на ноги. Хотя, если по-другому поставить вопрос, они же были младогегельянцами. То есть были идеалистами, а теперь стали после Фейербаха, изучив его книгу «Сущность христианства», стали материалистами. Так кто перевернулся? Ну, Гегель как был идеалистом, так и остался. А Маркс и Энгельс как были идеалистами, а стали прямой противоположностью. То есть они перевернулись и стали материалистами. И подвергли жесточайшей критике тех
кто остался на идеалистических позициях. Вот не знаю волей каких судеб, но мне приходится по заданию руководства читать у себя на факультете, на философском. Смотри, третий этаж. Читать курс такой «Маркс, Энгельс, немецкая идеология». Меня пригласил заведующий наш новый и говорит: «Михаил Васильевич, вы будете читать книгу? Курс такой «Маркс, немецкая идеология». У нас выделено 56 часов. Столько, сколько у нас курс с вами на всю историю, на всю философию, вот столько выделено на курс «Маркс, немецкая идеология». Я говорю: «Не буду». Почему? Потому что нет такой книги. А какая книга? Я говорю: «А книга Маркс, Энгельс, немецкая идеология». Энгельс тоже автор. Как я могу читать курс, взять и зачеркнуть одного автора? Не могу. А это, говорит, мелочь, давайте, ты будешь читать курс? Будешь читать курс? Не будете читать? Я говорю: «Ну, отказываетесь?» Я говорю: «Я и не отказываюсь». «Ну, тогда пишите программу». 3 года назад я написал программу, и вот уже 4-й год я в соответствии с тем, что мне записано в трудовом соглашении, что я обязан читать на философском факультете курс «Маркс. Немецкая идеология». Правда, у меня успехи есть на этом поприще. Я в этот раз договорился с заведующей отделом кадров Еленой Ивановной нашей, чтобы она все-таки Энгельса туда вписала. А то, думаю, как-то нехорошо получается. Если я отказываюсь подписывать, то вроде я и работать уже не должен. Трудовое соглашение, если не подписываю. А если подписываю, получается, ничего себе профессор, не знает даже, как называется книжка, по которой он собирается преподавать. Тоже вообще нехорошо. Ну вот, на 3-й год уже проблема решилась. В расписании по-прежнему «Маркс, немецкая идеология», а уже в трудовом соглашении у меня «Маркс, Энгельс». Вот эти два человека, они не стали травить Гегеля, как мертвую собаку, а критики подвергли тех, кто продолжает повторять идеализм, а диалектику не усваивает у Гегеля, и которые не поняли, чем отличается диалектическое отрицание от зряшного отрицания. Зряшное отрицание – вот все, что сегодня говорили, ерунда. Это что такое? Это зряшное отрицание, не диалектическое. А вот все, что, вот, скажем, мы с вами получили, это отрицание предшествующего понимания. Правильно? Оно произошло? Но это отрицание удерживает то, что вы хотели сказать. Созидание-то осталось там. Созидание-то мы не выбросили из понимания производства. Так что все хорошо. Но это вот такое отрицание называется снятием. И если кто еще не запомнил, не зафиксировал для себя в сознании, в тетрадке, в собственной, он должен записать, что снятие – это отрицание с удержанием. Вот с этой точки зрения, что такое коммунизм? Это снятие капитализма. Правильно? Ну, кто мама у коммунизма? Кто? Что, без мамы он? А как тогда Маркс писал про родимые пятна старого общества? Какого? Ну, какие при коммунизме есть вот родимые пятна? И пока у него есть родимые пятна, в экономическом, нравственном и умственном это социализм, а не полный коммунизм. Может быть, мама Фейербах, а папа Гитлер? Нет, мама капитализм. Из капитализма рождается коммунизм. Не из Гегеля же он рождается, и не из Маркса. Это учение может родиться так. А коммунизм, как общественный строй, он же рождается. Ну как? Ну, мама феодализма кто? Рабство. Рабовладение? Нет, не рабство. Рабство – это мама крепостных. Рабство у рабов. Рабы в этом смысле, они прообраз крепостных. А рабовладельческий строй. Собственники это средств производства кто? Рабовладельцы. А рабы-то они не собственники средств производства, они говорящие орудия. Их никто за людей не считает. Так что вот капитализм не просто отрицается, но с удержанием, скажем, банки, все эти почта, телеграф, телефон, крупнейшие предприятия, фабрика, крупная машинная индустрия, рабочий класс, дисциплинированный, образованный. Кто это все сделал? Капитализм. Или, как Маяковский писал в поэме Владимира Ильича Ленина, «Капитализм, в молодые года, был ничего, деловой парнишка. Споро работал, не боялся тогда, что у него от работ засолится манишка. А потом он обдрюск и обдряб, и лег у истории на пути в мир, как в свою кровать». Его не объехать, не обойти. Единственный выход – взорвать.
Ну вот взорвать не соответствует понятию снятия. А снятие, вот больше, вот та революция, которую мы в этом году отмечаем, она больше похожа на вот это снятие. Почему? Вот когда была буржуазная революция, из пулеметов стреляли по людям, и много жертв. Ну какие могли быть жертвы в октябре 17-го года? Ну какие? Кто защищал временное правительство? Ну кто? Ну, женский батальон и кадеты, юнкера. Все. А кто был на стороне Петроградского совета? Весь Петроградский гарнизон. Ну, кто будет воевать с Петроградским гарнизоном? Здесь кто-то будет? И плюс войска Северного фронта. И «Аврора» подошла, современнейший корабль. Ну и сколько жертв? Во-первых, неизвестно, чьи жертвы. Я знаю, что... Но мы знаем, что жертвы февральской революции похоронены на Марсовом поле. Там их много, там целый пантеон. А где же жертвы октябрьской революции? Во-первых, их говорят не больше 6 человек. Во-вторых, судя по всему, это все-таки жертвы тех, кто нападал. То есть на тех, кто наступал, то восставших. Потому что вот в Лесотехнической академии, я просто недалеко живу от двух таких вот достопримечательных мест, даже от трех. Вот рядом Ланская, откуда Ленин пошел, Смольный. А на Болотной улице находится здание, центральное бывшее здание. Вернее, здание это оно и нынешнее, деревянное, красивое, резное, с хорошим, так сказать, хорошим красивым забором. Там сейчас детский музей. Там прошло заседание, второе заседание Центрального комитета большевиков, принявшее решение о вооруженном восстании. И там вот Каменев и Зиновьев против выступали. И там был образован военно-революционный центр, в который вошли Сталин, Свердлов, Бубнов и другие. И после этого никаких больше уже обсуждений и решений не было. Дальше уже внутренняя такая организация этого восстания. В итоге при таком перевесе сил, который был, ну вот могли быть жертвы. Только среди, поскольку значит, какие-нибудь юнкера или кто-нибудь из женского батальона выстрелил наступающих, потому что несколько могил есть вот в парке Лесотехнической академии, так вот такой задней части. Больше я, так сказать, таких следов не знаю. Но судя, если мы будем сравнивать с тем, сколько у нас жертв на дорогах каждый день, то мы можем сказать, что вот Октябрьская революция была революцией бескровной, так сказать, мирной. Ну, вооруженной, конечно, она вооруженной была, безусловно. Так, вот что такое снятие мы записали, и поэтому снятие предполагает включение всего богатства предшествующего, вот то новое, что образовалось, более полное, вот таким путем. Значит, Маркс и Энгельс, они сняли диалектическую философию Гегеля. Что значит сняли? Они ее превратили в материалистически истолкованную, не путем перестановки категорий, а просто в целом ее истолковали вполне материалистически. Она легко поддается такому истолкованию, потому что как она устроена у Гегеля? Это у него в других работах разговор о том, что вот есть идея, она первична и так далее. В самой науке логики написано «объективная логика», часть первая, и субъективная логика, часть вторая. Все. И начинается с какая самая первая категория? Бытие. Ну и чем это? Вот Ленин, когда читал, с удивлением пишет, звучит вполне материалистически. Первая же категория – бытие, чистое бытие. А как отличают материализм от идеализма? Говорит, для материализма характерно такое решение основного вопроса философии, что материя – бытие первично, а сознание вторично. А для идеалистов прямо противоположное решение. Сознание первично, а бытие вторично. То есть гегелевская философия доведена до такой чистоты и высоты, как идеалистическая картина, что остается сделать то, что делал обычно и рекомендовал Чехов. Он говорит, вы написали рассказ. Уберите начало. Ну, вначале же не идет сначала, там пока подходишь, начинаешь, что-то такое, мучаешься. Берите начало, конец, потому что уже человек разогнался, никак остановиться не может. Хватит уже, все, сдавайте. Нет, я еще должен написать, сослаться. Начало, конец, и можете печатать. Так и Маркс с Энгельсом поступили. Они сказали, что вот
Берем ту же самую систему, только вот это вначале идею это убираем, потому что начало – это материя. И вот материя развивается до человека, в человеке она познает саму себя, и приходит материя сама к самой себе. Все, замкнутая система. Как сказали бы математики, более рациональное решение проблемы. То есть не надо ни начало там, идея не в конце идея, а все тут заканчивается движением материи. То есть появился диалектический материализм. Что с ним делать? Выяснилось, что диалектический материализм очень широко может быть применен в учении о природе, потому что все в природе развивается диалектически. Или, как говорили, шутили люди, овес растет по Гегелю. Вот некоторые обсуждают вопрос, до сих пор обсуждают, и все задаются, и прямо так, с изыском таким, думают, ну, мы сейчас поставим в тупик любого философа. Вот вы, говорит, обсуждали, говорили, а вы можете объяснить, что раньше, курица или яйцо? Вот вы можете, вы на курсе, сколько уже лекций прослушали? 6? Сейчас 7-я идет. Кто раньше? Что раньше, курица или яйцо? А? Что? Все? А? И так вот. И так и забивают нашего брата. А что надо ответить? А? Бытие. Бытие. Ну, знаешь, в сторону. Раз, шаг в сторону. И вообще, говорит, ему на один вопрос спрашивают, что про курицу, а он про трактор отвечает. Про бытие. Нет, не так. А можно я отвечу? Так, а яйцо-то куриное? Яйцо-то и есть курица. Мы о курице говорим. Как можно говорить, что раньше, когда мы говорим о стадиях развития курицы? Или, ну, не хотите курицу, возьмите желудь. Желудь – это что? Маленький. А? Не дуб. Дуб – это. Ну, только дуб – как желудь, потом дуб – как росток, дуб – как маленькое деревце, дуб – как развесистый дуб, и дуб огромный такой, который… Вот петровские у нас дубы, 300-летние, они вот, пожалуйста, в Сестрорецке их полно, в парке Дубки. Это самый крупный ареал, вот, в таком северном месте дубов. То есть сажали дубы. Так что никакой тут проблемы. Это все дуб. Это и стадия его развития. Поэтому если мы вот этим владеем, этой его диалектикой, то мы в природе должны видеть, как идет изменение, развитие, становление. Можно сказать, что росток дуба. Вот сначала вы посадили желудь, появляется росточек маленький. Ни то, ни сё. Это и не деревце, это и не желудь. Вот же желудь, когда уже из него, там эта вот рубашка его распалась, и он, значит, как-то разлапился, и уже корень есть, и уже есть росток. Это росток. Что такое росток? Это дуб в становлении. Дуб в становлении. А потом он развивается уже. Потом он в изменении, а потом в развитии. А потом он начинает сыпать желуди, и этот процесс продолжается. И это все дуб. Вот. Так вот, значит, в природе-то можно было сразу уже употреблять ту диалектическую логику, которая уже была материалистической. Материалистической. А вот что касается применения к обществу, тут дело не пошло. То есть не получалось так вот просто-запросто применить диалектическую логику к истории. Нет, не было такого метода и не было такой науки. А попытки у Гегеля, у самого были, давайте применим, говорит, диалектическую логику к развитию истории. Есть лекции по философии и истории. И что у него получилось? Очень интересная книга о том, какие были события, исторические войны, революции в разных краях, местах. Он прекрасно знал ситуацию и прекрасно излагал. И что получилось? А получилось, что это все творение идеи. Вот она, идея развивается, и она только в таком виде. Если вы со мной деретесь, это воплощение идеи. Это не я с вами дерусь, не вы со мной деретесь, а эта идея сама расщепляется и сама с друг с другом, сама с собой дерется. Все, она одна есть. Нас нету. И вас нету. Хоть вы и важный такой, нету вас. И меня нету, хоть я тоже считаю, что важный. Никого это не волнует. Это вот просто идея так вот, она расщепилась на вот такое-то количество людей, и вы тоже.
идеи воплощенные. И все мы воплощенные идеи, и все. И все получилось вроде бы какая-то наука, а вроде никакой науки нет. То есть представление какое-то получилось, а движения никакого нет. И, соответственно, никаких закономерностей. А что идея захочет, как говорится, идея, она же сама, вездесущая. Ну, получается, произвол, никакой закономерности. Хотя Гегель настаивал, что должно быть все это закономерность надо вскрывать. Особенно в учении о сущности. Тогда попробовал Гегель вправо двинуться. Только не вправо в смысле направо, а в область права. И написал «Философию права». И оказалось, я вот после «Науки и логики», когда прочитал «Философию права», я загрустил, думаю, такой человек, энциклопедист, такая голова, и какая-то такая вот ерунда там написана. А ерунда написана потому, что напрямую Гегель попытался диалектику применить к решению общественных проблем. А напрямую не получается. И получилось у него итогом этой книги, что нет никакой системы, нет научной системы такого, что было начало, продвижение, результат. И нету серьезного научного результата. А результат такой, что вот высшим типом государства является современная для Гегеля прусская монархия. И к таким реакционным выводам самый революционный человек, человек, который сделал революцию философии, пришел. Вот с этой самой попыткой напрямую применить диалектику. У нас некоторые люди думают, что если диалектику изучишь, то сразу будешь понимать всю историю. Нет. Еще надо сделать один шаг. Почему вот я останавливаюсь на этом, чтобы объяснить, что действительно вот в философии такой ключевой момент, переломный момент наступил, когда мы от, так сказать, господствовавшего идеализма стали переходить к материализму. Это недостаточно быть диалектическим материалистом. Надо еще объяснить, а чем определяется движение истории. Ну, определяли чем? Героями. Вот вы идете впереди, а мы за вами. Вот этим определяется история. Ну, такой субъективизм. А если вы не идете, то мы не за вами. Вы идете, мы за вами. Разные люди по-разному, значит, они выступают. И правят тогда некий тоже произвол. То за одним, то за другим, то за третьим. Хотя мы тоже усматриваем. Посмотрите, все время разные герои, разные представители тех или иных там племен или государств. Но сначала мы наблюдаем, что сначала многобожие, потом единобожие. Единобожие очень здорово совпадает с тем, что появились феодальные государства, очень крупные и могучие. Потом вдруг с большей или меньшей степенью одновременности, то есть с интервалом в несколько сотен лет, для истории это ничто, сотни лет туда, сотни лет сюда, появляются, значит, феодальные государства на месте разрушенных рабовладельцев, хотя, казалось бы, какие красивые, какая культура, какая наука, а вдруг они так разрушаются. Прямо их вот победили какие-то там набежавшие немецкие и германские племена. Что германские племена создали этот самый феодализм? Или феодализм вырос, а германские племена просто разрушили предшествующий строй? Но он не возродился там, где мог, а возродился уже другой феодализм. А потом после феодализма вдруг капитализм пошел. И это что? Потому что вот французы такие горячие головы, они придумали, что надо сделать великую французскую революцию. И тогда и все будут делать. И начали делать французы. Так пошло, и пошло, и пошло, и везде, и сейчас уже нету феодализма на земле совсем. Нету? Нет же, правда? И так далее. Или там Маркс с Энгельсом придумали коммунизм. До этого социалисты-утописты придумали, вроде как ненаучные. Маркс с Энгельсом научный. И вот эта идея коммунизма народ охватила, появился коммунизм. Ну хорошо, вот если у нас после даже ряда контрреволюций, какие были, а именно контрреволюции в Советском Союзе, во всех странах Восточной Европы, в Монголии. У нас, оказывается, на сегодняшний день социалистический Китай – это 1 380 000 человек. Социалистический Вьетнам – 90 миллионов человек. Корея, в котором она не просто социалистическое государство, а такое социалистическое государство, в котором не переходный период уже, а от капитализма к коммунизму, а низшая фаза коммунизма. Это порядка 25 миллионов человек.
Куба, 1957 год, это все в разные годы. Тоже самостоятельная революция. И все эти революции, как бы, они при поддержке Великой Октябрьской социалистической революции. Потому что, как вы понимаете, и Китаю, и Корее, и Вьетнаму помогал Советский Союз. И единственное, кому вот непосредственно, наверное, не помогал Советский Союз, это Лаосу. А Кубинской революции тоже помогал. А Лаос – это 1975 год. Вот целая цепь революции. Короче говоря, вот сегодня 1,5 миллиарда человек живет уже в соцстранах. Причем самой крупной страной, экономически самой крупной, какая страна сегодня мира является? Капиталистическая или социалистическая? Социалистический Китай. Китай 17% валового продукта внутреннего, мирового, вырабатывает. А Соединенные Штаты Америки – 15%. И этот разрыв увеличивается все время. То есть без какой-то там новой еще революции в какой-то стране, а просто вот более быстрый рост и развитие соцстран, а тут все время кризис, недокризис, рецессия, прецессия, еще объясняют, что это ничего, это хорошо. 0,0, 0,1 – это неплохо. Вот Улюкаев объяснял до тех пор, пока стали интересоваться, что он так объясняет, что все хорошо. Оказывается, у него было все хорошо. Что оказалось, что у него взятки большие. Ну вот теперь уже у него нехорошо, он теперь под домашним арестом сидит. Ну там другие есть улюкаевцы, которые тоже пытаются в том же самом духе все излагать. Короче говоря, вот эта вот проблема, как объяснить вообще ход истории, чем объяснить, это надо же видеть какое-то основание этого развития, а не просто говорить, вот мы описываем, дескать, историки, вы должны описать. То, что видите, то и поете, как вот в казахских степях едет человек на лошади, и он описывает, человек поет, я еду по степи, а если он заезжает куда-нибудь, я сюда заехал, и давайте мы также будем историки все описывать, и как мы ученые будем или кто? Так каждая лужа, она отражает, если я наклонюсь, там я буду в луже, и вы наклоните, вы будете, вы, пожалуйста, вы, вот это красивый образ, это вы, лучше вы наклонитесь, а мы посмотрим, уже будет как-то более симпатично, что-то мы организовать должны такое. А само по себе отражение, которое было у Фейербаха, никуда не годится, потому что это чисто вот созерцательный материализм. А Маркс и Энгельс сказали, что задача вообще диалектического материализма – сделать упор на преобразование мира. А значит, идея тут присутствует, как у Гегеля. Но какая идея? Вот люди сейчас идею сформулировали, а идея – это вот не просто мысль, а особая мысль. Вот если вот я скажу, что потолок белый – это идея, это факт. Но это идея или нет? Да или нет? А? Да, это идея у меня родилась, что потолок белый. Ага. А то, что у вас пиджак черный, это тоже идея? Ну ладно, не у вас, у меня такой светлый, светло-серый. Это идея. А что такое? Как вы понимаете идею? Вы думаете, идей много? Идей мало. Вот знаний может быть очень много. Вот я сейчас буду описывать, кто здесь сидит, во что одет, на каком стуле сидит, как записывает, как он выглядит. Это будет очень долго. И пока я всех не опишу, не уходите. Это мы будем здесь, я не знаю, сколько сидеть, уж точно 2 дня, пока я буду все записывать. И все тетрадки у вас отберу, потому что иначе мне не хватает бумаги, все буду описывать, описывать, описывать. Вот это будет описательный фейербаховский материализм. А в чем смысл идеи? Кто скажет? У вас есть тут кто-нибудь, кто знает какую-нибудь идею? У кого-нибудь идея какая-то светлая есть, а? Товарищи историки, у вас есть идея, нет? Нет, наверное. Без идеи нет. Ну да, это вам кажется, что вы без идеи. Подумайте, есть у вас идея? Вот я хотите, вам скажу, какая у вас идея? А идея у вас такая – выучиться и стать историком. Угадал? Так, кто еще хочет, чтобы я ему сказал? То же самое. Но есть хоть тут один, хоть человек, у которого такой идеи нету. Но чем отличается эта мысль? Она отличается от тем, что в ней содержится прообраз будущего, и не такой прообраз будущего, который является просто мечтанием, да? А таким, к которому есть и стремление, и реальный путь. Верно? Но вы на правильном пути, если вы сейчас на каком курсе? На первом? Ну, уже второй уже семестр. Вы уже, можно сказать, старожилы.
Вы уже там, осталось там ерунда, 3 года и все, с кусочком. Меньше 3 лет, ну чуть больше. Уже приблизились. То есть, что такое идея? Идея – это мысль, устремленная в будущее. Это мысль, направленная на преобразование действительности. Вот вы пришли сюда выпускником школы, а выйдите отсюда специалистом, ну, бакалавром, историком. Видите разницу, нет? А идея отвечает на вопрос какой? Не что есть, а что нужно? Что сделать? Вот. Видите, вот человек идейный, а вы безидейный, сами признались. А вот идейный человек. У него, соответственно, обозначение есть. Галстук бабочкой. Идейные люди один только, у кого галстук бабочка. Все раз без галстука, все. Это люди безидейные. Кто тут показывает? Учитесь. Повяжешь такой галстук, и идеи появятся. А так вот ходишь, ходишь, и очки есть, и голова, все. И вроде умный человек, а вот идеи нету. А идеи есть. Так идея – это мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Под формулировку запишите себе такую. Идея – это мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. А вот эта мысль моя, что потолок белый, не отвечает на вопрос, что делать. Если бы я сказал, давайте покрасим потолок в зеленый цвет, то это была бы какая-то идея. А так никакой идеи нет. Есть такой анекдот, как вроде как воскресили Сталина. Он сразу почитал газеты и собрал политбюро. Это во времена Горбачевские. Говорит, ну что, у меня есть 2 предложения, товарищи. Значит, покрасить Красную площадь в зеленый цвет, а вот это вот руководство собрать и расстрелять. А все говорят, а почему в зеленый? Ну ладно, говорит Сталин, ну, по одному вопросу мы договорились, это мы потом решим. То есть идеи разные бывают. Но идеи отвечают на вопрос, что делать. То есть вот, скажем, не нравятся вам мои лекции? Ну, есть идеи, там, раз и нет в следующий раз лектора этого. У вас же много, вы же все в вашей власти, правильно? Или наоборот, дойдете вы до экзамена, раз, и у вас нет экзамена, и у вас нет, а у него есть. Потому что у него идеи есть. И он донес идею до экзамена. Вон тут, он единственный с идеей. Как я могу это забыть? Вы мне напомните, если что, вдруг я начну к вам придираться и сказать, вы, Михайлович, вы чего? Я у вас первый сказал, что такое идея. И тогда мне стыдно станет меня ему, раз, 5 и все. Вам я вас я тоже не забуду. Тетрадку мне давали. Могли отнять. Вырвать даже могли, никто бы вам ничего не сказал. Сказать, ну как это вы отнимаете у девушек эти тетрадки, что за такой произвол? Что это за лекция такая? Вам кто разрешил тут ходить, отнимать, брать? Что это такое вообще? Понятно, что такое идея, да? Идей мало, очень мало. Причем идей, которые реализуются на самом деле, которые можно реализовать, еще меньше. То есть такие, которые ну, при известной борьбе можно реализовать. А мыслей много. Вот я лежу на диване, и каких только нет у меня мыслей, пока не засну. А информации еще больше. Дать вам информацию свежую. 1847-335. Это информация. Знания есть тут? Нет? Некоторые думают, вот у нас, говорит, много информации, и есть средства переработки. Ну, перерабатывайте, вот я вам дал, перерабатывайте ее. Чего вы будете перерабатывать? Если вы соберете семена сорняков, будете перерабатывать, что вы в результате переработки получите? Ну, какие-то из этих сорняков препараты, может, полезные будут какие, но вы не получите ничего хорошего. Поэтому вот мы должны с вами это все различать. Идей мало, мыслей много. Мыслей много, информации очень много, очень много.
Знаний тоже много. Вы пойдете в библиотеку Академии наук, она тут рядом. Вам сейчас не дают, но на выпускном курсе вам даже билет могут выписать. Пойдете туда и прочитайте все. У вас будет много знаний. А идеи будут? Потому что много знаний уму не научает. Вот у меня был такой инцидент, когда я был студентом. Иду я мимо маленькой комнатушки, где сидел наш секретарь парторганизации, профессор Никитин Алексей Алексеевич, астрофизик. Он ходил в каком-то драном пальто, и у него был такой вечно набитый вот такой портфель, из которого эти книги прямо вываливались. Он так на меня посмотрел и говорит: «Миша, ты что-то плохо выглядишь. Наверное, ты много читаешь». Я говорю: «Что, это плохо?» Он говорит: «Конечно, ты разучишься думать». Думать разучишься. Ну, потому что я читаю, что я делаю? Я потребляю знания. И когда я буду много потреблять знания, чему я научусь? Быть потребителем знаний. А мы должны кем стать? Производителями знаний, так? Поэтому, дорогие историки, если у вас есть целые 8 часов, которые вы можете на свое развитие употребить, то у вас 4 часа читайте, а 4 часа думайте. Думайте, пишите, идеи вырабатывайте. А если у вас 4 часа остается, а нет времени, мало ли, одно, другое, третье, значит, что нужно делать? 2 часа читать, а 2 часа думать. А если у вас только 2 часа есть, 1 час читать, 1 час думать. А иначе будет получиться, как у экономистов, рассказываю. Эксперимент проводили. Значит, банановое растение – это не дерево, это трава, но высокая. Банан там, связка. Привели обезьяну и экономиста. Я сам экономист, поэтому это у меня кандидатская степень есть. И звание профессор по кафедре экономики и права. Это и про меня. И вот, значит, привели обезьяну, говорят, показывают ей на банана. Она ей говорит: «Думай», и в углу стоит палка. Она идет в угол, берет палку, пац, и уже чистит банан, сидит, ест. Хорошо. Подводит экономиста. Он тоже сразу схватил. А ему так тоже головой, так глазами: «Думай!» Точно так же. Он поворачивается и говорит: «Когда думать? Трясти надо». Так вот, чтобы вы не превратились в такого экономиста. Поэтому вроде скажут: «Что я вас призываю меньше читать?» Ну вот мне так вот объяснили, мне понятно стало. Разучишься думать. А кто такой умный человек? Это, если много прочитаешь, будешь кто, умный или начитанный? Начитанный будешь. А многознание уму не научает. Не научает. Это поговорка. Будешь ты эрудированный человек. Вы хотите эрудированным человеком или, так сказать, созидателем зданий стать? Созидателем. Поэтому раз так, то вот я даю вам 10 минут на обдумывание. До следующей лекции. 10 минут перерыв.